Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать на вашем любимом канале Кулинарный клуб. И сегодня мы будем готовить супчик с фрикадельками. У меня есть вот такая тарелочка. Здесь овощи. Перец болгарский, лучок, морковка, травушка, муравушка. Это кинза. Вот. И для начала мы это все нарубим, нарежем. Еще вот у меня есть картофанчик. Картофанчик мы тоже нарубим и нарежем. Начну с лучка. Я лучок как-то покрашу квадратиками. На самом деле считаю, что это не принципиально. Морковку кубик такой средний, где-то миллиметров 8. Перчик. Я пока с овощами занимаюсь, брошу на сковородку лучок, пусть он пока прижаривается. Капну масла растительного и лучок наш отправлю обжариваться на сковородочку. А пока лучок обжаривается, рубану картошку. Также кубиком. Средним, не мелким, не крупным. Готово. Лучок начал прижариваться. Я к лучку уже добавлю морковку и перец. Да, и картошечку, собственно, сразу же брошу. Присыплю укропом. Это сушеный укроп. Можно любую использовать. Немножечко присолю. И приперчу. Я, конечно же, по соли еще скорректирую потом. Пока у нас овощи обжариваются, я возьму фарш. Это домашний фарш. Тут говядина со свининой. Я фарш присолю. Он не соленый. Дам немножко перца. И перемешаю хорошенько. Возьму яйцо и убью яйцо в фарш. Фарша было мало. Я борщинул с яйцом, и фарш у меня такой более жидкий получился. Поэтому, чтобы загустить, я добавлю муки. Ложечку. То есть это не хорошо, не плохо. Ну, так бывает, когда не рассчитаешь, то немножечко муки всегда исправляет ситуацию. Можно, конечно, добавить сюда просто фарша еще. Он у меня есть. Ну, мне просто много не надо, поэтому я счел
правильным мукой загустить. Я возьму тарелку, припорошу ее мукой. И попробую сформировать вот такие вот кругляши. Я руки смазал маслом, и у меня фарш к рукам не прилипает. И вот фрикадельки кругленькие такие я на тарелочку буду выкладывать. Тем временем овощи у меня прижарились. Я возьму кастрюльку. Здесь у меня куриный бульон, который я заранее приготовил. Я предварительно сварил бульон, используя куриные вот косточки, остатки, тут хребты, грудка, еще что-то. Я какой-то рецепт делал. И вот от курицы у меня запчасти некие остались. Я их бросил просто в кастрюльку, водой залил и бульончик сварил, чтобы вкуснее было. Ой. Пенку, понятно, убирал. Делать это не обязательно. Это я так уже по-стариковски, по старой привычке. Ситечком вот так убираю. Во-первых, ложкой, когда убираете, понятно, что вот так, как вы не стараетесь, все равно в ложке бульончик остается, вы его выкидываете. А ситечком я пенку только собираю, а весь бульончик у меня в кастрюльке остается. Я в бульон наши овощи убулькну. Я даже вот так вот на сковородочку бульончика добавлю, я полосну сковородочку, чтобы все вкусы собрать, чтобы у меня все в бульончик пошло, в супчик, и пусть у меня пока булькает. Итак, вот у меня получилось столько фрикаделек, но тут уже ориентируйтесь сами, кому-то много этого, кому-то мало. Я через ситечко фрикадельки вот так вот припорошу мукой. Все они у меня лежат на муке, и сверху я их припорошу, чтобы не обваливать. А на сковородочку я дам капельку масла растительного. И у меня есть резанные томаты, то есть можно порезать. Я взял уже готовые. И вот так вот насыплю. Здесь примерно один крупный томат, может меньше. Я добавлю. И я томаты сейчас погрею. Чуть-чуть присолю. И чуть-чуть дам сахара. И попробую я в томаты выложить наши фрикадельки. И пусть они тут хорошенько побулькают. Я даже их крышечкой прикрою. Ну вот, фрикадельки погрелись. И я их буду уже бросать в супчик.
Конечно же, сполосну сковородку бульончиком. Возьму зиры, может быть, пол чайной ложки, и вот так вот потру ее пальцами и зиру сюда брошу. Добавлю перчика. Сейчас уже попробую на соль. Да, соли мало. Я присолю супчик. Я оставлю супчик булькать, ну, минут 15-20. В принципе, тут все порезано достаточно некрупно. И уже овощи практически скоро будут готовы. Поэтому, ну, 15 минут, наверное, еще пусть булькает. Прошло 15 минут, и я в наш супчик уравню вот такую лапшичку. Это лапшичка для лагмана, она купленная. То есть, если у кого есть время и желание, можно это быстро-быстро сделать такую лапшичку самостоятельно. Как-нибудь потом покажу. А пока просто купленную, потому что я человек ленивый. И неохота мне долго готовить. Я хочу, чтобы было быстро и вкусно. В документе написано, что эта лапша варится 7 минут. Ну и вот. 7 минут у меня пусть пока еще булькает супчик. А я пока порежу травушку-муравушку. Есть у меня вот такая травушка. Это кинза. И я ее нарежу. Причем нарежу вместе со стеблями. Наша лапша готова. И я добавлю зелени. Перемешаю. Плиту уже выключил. И, собственно говоря, будем подавать. Я возьму тарелку глубокую и попробую в тарелку набулькать нашего супчика. Посыплю сверху зеленью, кинзой. Ну и, в общем-то, все. Наш супчик с фрикадельками готов. Готовьте с удовольствием. Пусть это будет вкусно и красиво. Приятного аппетита. Ставьте лайки, комментируйте. Ну и не забывайте подписываться на канал, на ваш любимый канал «Кулинарный клуб».